Комсомольском-на-Амуре краеведческом музее бережно воссоздана комната быта комсомольчан военных и послевоенных лет. Таким был их кров, их родной дом, в том числе и для 40 тысяч комсомольчан, которые ушли на фронт. В эти квартиры приходила долгожданная полевая почта. Ее трепетно ждали, ждали любую весточку с фронта. 5 тысяч комсомольчан не вернулись домой. Не дождался многих своих героев и комсомольский на Амуре 60-й авиационный полк. Один из этих героев – летчик Шамиль Абрашитов. До сегодняшнего дня на музейном стенде комсомольчан, героев Советского Союза, не было имени Шамиля. Сегодня в городском краеведческом музее большое событие. Анатолий Иванович Бабкин передает нашему музею фотографии героя Советского Союза Шамиля Абдрашитова. О Шамиле Абрашитове 30 лет назад мы немножко рассказывали, но нам не хватало документов, чтобы принести вот это все в музей. Мы работали в клубе «Поезд», городском клубе «Поезд», которым руководил Ярошенко Алексей Егорович. Это он собрал, начинал собирать документы о Шамиле Абрашитове. И вот сейчас, столько лет прошло... В полку я был секретарем парткома, и в нашем полку было несколько человек, которые служили с момента формирования полка, то есть 1939 года. Надо сказать, 60-й авиационный полк, очень знаменитый полк, он дал много имен героев. Среди них были Белянин Алексей Павлович, Белобородов и Тараканов. Они рассказывали о тех летчиках, которые были во время войны отправлены на фронт. Среди них они назвали как раз фамилию Абдрашитова. Мне еще помогло то, что попался, как служил у нас в полку, Тибейкин Володя. Он как раз являлся земляком Шамиля Абдрашитова. Я попросил его, чтобы он связался со своими родителями, которые прислали какие-то отправные данные о нашем, значит, летчике, о герое Советского Союза Шамиле Абдрашитове. Он даже прислал нам письма матери, которая вспоминала, как Шамиль работал в городе Комсомольске-на-Амуре. Дело в том, что подлинные письма в Брест, когда уезжал Ярошенко, он забрал, но остались тексты этих писем и описание боевого подвига Шамиля Абдрашитова. Вот что сказано в справочнике о героях Советского Союза. Абдрашитов Шамиль Мунасыпович родился 19 мая 1921 года в Оренбурге в семье рабочего. Окончил 7 классов и аэроклуб. Работал мотористом авиационных мастерских. В 1939 году по путевке комсомола направлен в Оренбургское военное авиационное училище летчиков. Закончил в декабре 41 года, служил в авиационных частях на Дальнем Востоке. Вот здесь мы давайте остановимся, потому что есть еще документы матери, письмо матери, которое прислал солдат вот вашего полка. Значит, мать пишет, что первая попытка поступить в училище в 39 году окончилась неудачно. Она пишет, медицинская комиссия отстранила Шамиля. И он тогда поехал в Комсомольск, куда звал его друг. Пишет мама, а сила, энергия требовали применения. Друг Шамиля строил ваш город, Комсомольск-на-Амуре. Письма хорошие ему писал, приглашал приехать насовсем. И Шамиль в 38-м году, вот в 38-м именно он и приехал в Комсомольск. Это вот единственный документ, который фиксирует, что он был у нас в Комсомольске еще до того, как служил в вашем полку. Потому что мать пишет, что он писал с Дальнего Востока часто и с любовью о городе и о людях, с которыми вместе жил и работал. Дорогие папа и мама, я не работаю здесь по специальности, потому что заводы здесь только строятся. Работаю там, где нужно, куда пошлют. За меня не беспокойтесь, я расту, мужаю. А в отпуск пока не ждите. В отпуск я приеду, когда стану настоящим человеком. Я хороший рабочий, но я никогда не откажусь от своей мечты – подняться высоко-высоко в небо. Подняться высоко в небо. Вот тогда он стал курсантом в 39 году авиационного училища, летчиком, как сказано вот в этой книге, закончил в 41-м, и вот тогда прибыл на Дальний Восток. Что там дальше? С апреля
1943 года на фронте, заместитель командира эскадрильи 402-го истребительного авиационного полка, лейтенант Абдрашитов к февралю 1944 года совершил 155 боевых вылетов, провел 17 воздушных боев, лично сбил 12 самолетов противника. Звание Героя Советского Союза присвоено 2 августа 1944 года. Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Александра Невского, Отечественной войны первой степени, Красной Звезды. 4 мая 1944 года во время штурмовки вражеского аэродрома на мысе Херсонес, южнее Севастополя, погиб. Именем героя названа улица в Оренбурге. Значит, он звание получил уже посмертно? Посмертно. Посмертно. 150 вылетов. Вот вы как... тоже авиатор. Знающий, как авиатор. 155 вылетов – это много? Конечно, много. Да. Не все, конечно, кончались воздушными боями. Здесь сказано, сколько воздушных боев. Но эти вылеты, они реально были на, поднимались на перехват вражеских самолетов. Звезду героя Шамиль получить не успел. Его последний бой стал последней и яркой страницей его короткой жизни. В боях за освобождение Севастополя группа самолетов противника перехватила обратный путь авиационной эскадрильи, которой командовал 23-летний Шамиль Абдрашитов. По рации своим боевым друзьям он приказал в бой не ввязываться, уходить всем на максимальной скорости на аэродром. А сам немедля ни секунды врезал свой ястребок в строй противника. Он заслонял свои машины, он выполнял немыслимые фигуры высшего пилотажа, имитируя то атаку, то выход из боя. Он держал возле себя немецких асов. Он падал вниз, уже не видя своих товарищей, спасенных последним боем своего командира. Падал вниз его верный истребок без капли горючего, без единого патрона, искореженный, в пробоинах, он уходил в море. Он погиб, как жил, трепетно и отважно, светя лучистыми глазами. «Моя судьба – счастье», – писал он матери перед тем, как уйти. У Шамиля Абдрашитова нет в комсомольской квартиры, где бы перечитывали его письма, но у него есть полк, из которого он улетал на фронт и где его помнят. И такие же, как он, ребята летают над небом Комсомольска. Ими, как когда-то Шамилем, гордятся полковые командиры. Чистого неба вам, летчики, мир дому твоему, 60-й авиационный полк, давший стране героев. В этом году Ксения Исеевна Бирюкова вместе с маленьким сыном Виталиком ждала с фронта своего мужа, летчика, командира эскадрильи штурмового полка Федора Бирюкова. Удивительное дело, вещи, которые хранятся в музее. Вот здесь передана обстановка того фронтового времени. Простые, незамысловатые бытовые инструменты, вещи. Но они, видимо, очень сильно хранят дух того времени. Дух дома хранят. Ксения Евсеевна, у вас в комнате, когда вы поженились с Бирюковым Федором, у вас такая же обстановка была? Почти. Почти. Расскажите, да. Как это было? Была тумбочка, была кровать железная, простая. Угу. Вот стол. На столике была плитка электрическая. Угу. Очень скромно все было. Очень скромно, да. Он кем был, скажите, пожалуйста? Он был летчиком-инструктором Комсомольского Намурья аэроклуба. Как вы познакомились? Познакомились мы в 1938 году
на вечере, был день Красной Армии, 20 февраля. А я читаю письма его, да. Там, что я тебя, да. Ксюшенька, ласточка моя, я тебя уже целый год как заприметил и не давал вида, не давал повода, а я все время смотрел на тебя, я тебя выбрал. Так ведь это было? Так это было. Так, я училась тоже в аэроклубе, была курсанткой Комсомольского на море аэроклуба. Удовольствие просто держать в руках эти документы, свидетельство об окончании в 1939 году Комсомольского на море аэроклуба Асави Ахима по курсу подготовки пилотов на учебном самолете У-2. Да. Летная подготовка отлично, руление отлично, набор высоты отлично, боевые развороты отлично, переворот через крыло отлично, спираль, скольжение и другие отлично. Наверное, Федор Бирюков вас за такую отличную учебу и полюбил. Я думаю, что нет. Нет, да? Мне кажется, он просто полюбил меня еще просто как человека. Как человека. И я его очень полюбила. Я, конечно, знала, что я ему очень нравлюсь. А он, может быть, и не хотел показать, что я ему тоже нравлюсь. Вот. И в любви он мне объяснился, когда я уже закончила аэроклуб, и когда нас должны были по окончании аэроклуба посылать в город Николаевск на штурманское отделение учиться. Но в связи с тем, что у нас была такая любовь, вот, я осталась в Комсомольске, не поехала. А почему он вас ласточкой называл? Ласточка моя в каждом письме. Ну, уже в 40-м году были женаты. И когда я уходила в небо, это у нас зона была на 40 минут, где мы отрабатывали высший пилотаж. Вот вы как раз говорили, там скольжение, петля, виражи, все это. Читала. Все это мы там отрабатывали. И когда я прилетала, вот, он, значит, подходил ко мне и говорил: «Ну как полетала, ласточка моя?» Вот уже 57 лет хранит Ксения Евсеевна письма мужа с фронта, перечитывая их 9 мая, в свой день рождения, в его день рождения, и просто когда душа запросит. Здравствуй, Ксения. Ты можешь поздравить меня с началом боевой работы. Наконец-то я дождался того момента, когда функции мои и немцев переменились. Теперь они вынуждены прятаться от меня. Так вот, ласточка моя, остаюсь жив, здоров. Твой Федор. Рад сообщить тебе, Ксеник, что попал в хорошую гвардейскую часть. Здесь я командиром звена. У меня командир – герой Советского Союза. Парень хороший, с ним не страшно. Ни в огонь, ни в воду. Здесь сейчас идет снег, занимаемся подготовкой. Ксеник, ты пиши. Пиши и пиши почаще. В случае редкого получения писем от меня не смущайся. Ты ведь знаешь, что сейчас горячая обстановка на фронтах. Только когда от тебя нет писем, то не знаешь, что и думать. Так вот, моя ласточка, целую, твой Федя. Он хорошо летал? Очень хорошо. Во-первых, он в этот полк прилетел с Москвы, он переобучался, он на бомбардировщиках летал, а попросился, чтобы его, значит, подпустили на штурмовики. В то время очень такие грозные машины были, штурмовики, Ил-2. И, значит, он приехал туда 2 декабря, 2 октября. И за это время он был командиром звена, потом заместителем командира дивизии, вот это Марютина, в котором герой Советского Союза, под которым началом он летал, под командованием. Вот. И потом, значит, 17 января он уже стал командиром эскадрильи, потому что Марютин пошел на полк командиром полка. Марютин хорошо о нем отзывался. Очень хорошо, очень хорошо. Я уже была после войны, вот в 80-м году, была у героя Советского Союза, у Носова. Это был командир эскадрильи, 2 командир эскадрильи. А Бирюков был командиром 1 эскадрильи. У него была в гостях, он показывал мне фотографии и рассказывал о нем очень много. Что это очень дисциплинированный офицер, что очень обязательный, что у него подразделение было первое, он первое, значит, место занимал. Выписка из журнала боевых действий 1-й эскадрильи 33-го гвардейского штурмового полка. Эту выписку делала Ксения Евсеевна сама, с
Центральном архиве Министерства обороны города Подольска в 1990 году. Январь 43-го экипаж Бирюкова уничтожил минометные батареи в районе Разово. Февраль 43-го в составе 6 Ил-2 бомбардировал артпозиции юго-западнее Левошкина. Март 43-го в составе 4 Ил-2 штурмовал самолеты противника, уничтожено до 7 самолетов. И так день за днем. Здравствуй, Ксенюся. Я рад сообщить, что за хорошую работу командование отметило меня правительственной наградой, орденом Красная Звезда. Вместе со мною наградили звездочками и двух моих летчиков. Хорошие ребята. Я воюю, и воюю, как видишь, неплохо. Так же и ты должна в тылу работать. До свидания, моя крошечка. Твой Федор. Ласточка моя, закрою глаза, мне постоянно Виталик улыбается. Хочет, чтобы я его взял на руки. У меня аж руки потянутся. А потом откроешь глаза, и эта картина исчезает. Учти, твоя главная задача – поднять сына. После войны оценивать твою работу буду по тому, как ты его воспитала. Твой Федор. Такое впечатление по письмам Бирюкова, что он не просто воевал, а он каждый день думал, как вы там с маленьким Виталиком сын. Да, он писал мне очень много писем. Угу. Все время спрашивал. Ласточка конечно, моя, Ксюшенька. Письма были очень нежные. Хорошие. Да, вот. Письма человека просто удивительные. Вы знаете, вот читаешь письма Бирюкова и проникаешься, ну не просто глубоким уважением, а думаешь, ну были же, вот есть же такие люди, такие великолепные люди. Да. Как он о Виталике писал, наследник мой. Да. Мой кривоногий карапуз. Мой наследничек кривоногенький. Кривоногенький наследничек. Да. Ну, Виталий немножко ножки были так это. Угу. Вы помните день, когда вы получили похоронку? Да, я получила повестку с военкомата, чтобы я пришла в военкомат. Мать спрятала под клеенку эту повестку и на неделю мне не давала. А потом я уже чувствовала, что что-то произошло, потому что не было уже писем. Потом пришла его, видимо, зарплата, деньги пришли. Я не домывалась сперва, а потом начала волноваться. Когда я пришла в военкомат, значит, мне сказали, что вот мы оформляем пенсию на вашего сына. Муж ваш пропал без вести. И все. А уже пришла похоронка на смерть или на... Ну вот пропал без вести. Похоронок же не было в то время, когда пропал без вести, и все. Но пенсию оформили сразу. А когда я стала вот... Вы в поняли, архиве, что он умер? Да, я поняла, что его нет в живых. Понял, да. Иначе бы он мне обязательно бы дал весточку, что-то где-то, даже если бы он был. Как вы это пережили? Очень сильно переживала. Ждала. Угу. Была надежда, думаю, вот-вот. В то же время в плену же многие были. Угу. Вот. Но я думаю, что он бы в плен не сдался никогда. Он очень ценил, что он член партии, что он парторг. Он, уже видите, вы же читали письма, да. Где он пишет, что я твердокаменный коммунист. Я не могу смотреть, как умирают дети, женщины. Мне хочется побольше сбросить груз на немцев, чтобы их меньше осталось на нашей земле. Да. Я думаю, что он бы, если бы был жив, он бы, конечно, мне сообщил каким-то образом. Но я думала, что все-таки, может быть, где-нибудь он в госпитале. Я очень переживала. Один раз я прочла в газете, что у Карелии нашли, просто заблудились наши воины. И набрели на такой поселок, там был дом инвалидов, где лежали люди без рук, без ног. И один полковник
нашел там своего отца. А тоже было написано, пропал без вести. Вот. А он мне как-то писал, что если я, он мне говорил в Москве, если я потеряю руку или ногу, я к тебе не вернусь. Я не смогу, значит, чтобы ты из жалости вроде жила со мной. Я ему говорила, Федя, да ты что? Вот и я думаю, может быть, он где-нибудь в доме инвалидов. Мне просто об этом не сообщают. Ксения, перед моими глазами стоят наши люди, сожженные и повешенные. Они требуют от меня помощи, и я должен помочь. Я коммунист, и вся моя жизнь должна быть направлена на то, чтобы весь трудовой народ жил свободно и счастливо. Погода у нас очень меняется. То тепло, идет дождь, то крепкий мороз. Работа продолжается. Красивые бывают эпизоды в борьбе, но о них сейчас писать нельзя. Родная Ксения, я всегда и везде помню о тебе, моя сероглазая ласточка. Только не забывай и ты меня. Все те слезы, которые приходится тебе проливать, они оправдаются, и после войны мы будем снова жить счастливой жизнью. Твой Федор. Всегда твой Федор. Она была просто уверена, но не мог он пропасть без вести. 30 лет переписывалась Ксения Евсеевна со всеми поисковыми отрядами. У нее уже была другая семья, родилось еще 2 сына, но она никогда не прекращала поиск документов о смерти Бирюкова, о месте его гибели. Я поехала в архив, попросила все документы полка. Я просмотрела от начала создания этого Воронежского полка. И документы всей дивизии. Я там работала в архиве 8 дней. Мне разрешили. Я ходила в Министерство обороны. Но поскольку туда не всех пускали, но мне пустили. Почему? Потому что я, конечно, немножко наврала. Я сказала, я буду писать к небу мужа. 7 самолетов у него в эскадрилье было. Он со своей эскадрильи бомбил вот это Черенчицы, в район Черенчицы, вот это Мычкино, все вот укрепления Половати, по реке Половати. Его сбило, огнем был сбит зенитной артиллерией. Упал он 3 километра от села Амычкино. Там болоты. Болоты там, да? Да, все время. Ага. Вот. И потом его, когда немцы он уже... Он прямо в болото вонзился? Нет, да? вроде как мне пишут, что я там не смогла побывать. Пишут, что самолет даже сфотографирован был. Прямо да, в самолете? Да, он был в самолете. Его вытащили оттуда уже, может, 50-е годы. Значит, после, видимо, окончания войны я точно вот не могла узнать. То есть вот. Он что, был как бы заживо похоронен в самолете? Да, он был в кабине. Был закрытый в кабине. Его вытащили, похоронили в Амычкино на кладбище Братской. На Братском кладбище. Мне это вот сообщили. А это письмо пришло за неделю до смерти Федора Бирюкова. Здравствуй, Ксения. Я верю тебе, что ты много думаешь обо мне. Но ведь и я тоже. Так хочется в Комсомольск. Когда всматриваешься внимательно, ты начинаешь замечать конец всей этой катавасии. Будем надеяться, что миллионы людей освободятся от немецкого рабства. Друзья встретятся с друзьями, братья с сестрами, мужья с женами. Встретимся и мы с тобой и заживем снова счастливой и свободной жизнью. Для меня, кроме тебя, никого не существует. Везде и всегда помню о тебе, сероглазая моя ласточка. Твой Федор. Я смотрю фотографии Бирюкова, потом Виталика, сына. Да. Кстати, как его судьба сложилась? Ну, Виталий закончил техникум судостроительный, пошел работать к нам на завод. Судостроительный? Да. Работал в конструкторском отделе, потом строителем, ходил на сдачу лодки. А потом закончил институт. Учился в университете марксизма, ленинизма. Я ему все спрашивала за Виталика.
зачем тебе это марксизм-ленинизм? Mm-hmm, он говорит, а мне, говорит, это нужно, я экономический там факультет mm-hmm. осваиваю. Mm-hmm. Вот он очень трудолюбивый. Mm-hmm. Виталий очень серьезный человек, как mm-hmm. его и отец. Ну, такой же серьезный и внук? Да, и внук. Как зовут внука? Женя. А где он? Женя закончил Архангельское мореходное училище. Mm-hmm. Сейчас он плавает на торговых судах, уже первым помощником капитана, учится в Ленинградской академии торгового угу. флота. Угу. Вам пишет? Да, очень много, очень часто. Он меня поздравляет с Египта, с Испании, угу. со Средиземного моря, с днем рождения, с 8 марта, с днем победы. Самое интересное, смотришь на эти три фотографии, Они очень похожи они друг так друга. Они похожи. Да, Виталий очень похож на отца, Женя похож на отца и на деда. Угу. Очень похожи. Они даже вот так вот руки складывают, да. все трое. Я заметила, да? Да, вот Виталий же ведь не помнит отца, ему год три месяца было. А Федя, он когда занимался с группой, у него такая была... Вот так вот ручки складывают. Вот так руки складывают. Ходил по комнате, значит, угу. по классу и говорил. И я заметила, что у Виталия, когда мы сфотографировались, это само у нас в доме, он тоже вот так вот сделал. Ага. И было очень большое удивление, когда Женечка прислала фотографию, и точно так руки. И почерк у Виталия точно как у отца. Гены, видимо. Да, конечно. Конечно. Так вот. Но они хорошие дети у вас, внуки? Хорошие. Хорошие? Да. Я выходила замуж. У меня еще два сына есть. Есть еще внучечка, она учится в университете угу. на третьем курсе. Английский язык изучает. Угу. Ну, удивительное вот. Дело, 58 лет, и просто не прекращаете думать о Федоре Бирюкове и постоянно еще переписываетесь с теми, кто хоть да. как-то может прояснить. Да, я писала очень много его сослуживцам. Но некоторые не ответили, некоторые ответили. Ну, то есть ответили. Память, сердце? Да, все время. Он всегда в вашем сердце? Да. Он всегда в моем сердце. Я любовь пронесла через всю свою жизнь. Немножко расстроилась. Этого года мы отметим 55-летний юбилей нашей победы, и будет праздник, и тихо-тихо встанут рядом с фронтовиками вдовы погибших, их дети и внуки. Еще до встречи вышла нас разлука, и все же о тебе я вижу. Разве мы прожили друг без друга? Мой милый, если бы не было войны, мой милый, если бы не было войны. Наверное, до срока стала старой, но только в этом нет твоей вины. Какой бы мы красивой были пары, мой милый, если бы не было войны. Моложе.